Привет всем, дорогие друзья и зрители! Может же Земля взорваться? Может. Почему? Да потому что, если мы приведем пример одного автомобиля, то же самое Земля, как автомобиль. Почему как автомобиль? Я вам сейчас распишу и объясню. Вот представляете, у автомобиля есть охлаждение, то есть взять тосол или еще что-то, воду, и когда... Допустим, мотор работает и работает охлаждением, то же самое и Земля. Но тут уже, дорогие друзья, совсем иначе действие. Вот представьте себе, ледяная шапка пульса тает не потому, что они повышаются температура воздуха, а знаете почему? А потому что поступает тепло из глубин. Из-за этого, дорогие друзья, ледники начинают таять. Из-за этого вулканы становятся активными по всему земному шару. И поэтому Земля кристаллизует, а потом, что планетарное ядро, как ядерный реактор, требует охлаждения. Но его нету уже, он просто-напросто нечем охлаждать. И поэтому, дорогие друзья, вулканы начинают свои действия по всему земному шару. И поэтому, скорее всего, скоро Земля может и взорваться, и ядерный, как говорят, реактор может поменять свой на земной. Спасибо, что вы меня смотрели, спасибо, что я вам хоть донес хоть чуть-чуть интересной информации. Ставьте лайки, подписывайтесь, дорогие друзья.